сейчас загружаемся в машину и выезжаем на пляж. Крутить свой роман, собранный чемодан. У меня скопилось вот такое количество пакетов покупок. Мы сегодня целый день провели дома. Отдыхали, морально восстанавливались, устраивали спа-процедуры, наслаждались обществом друг друга, так сказать. И сейчас внезапно мы устроили такой романтик. Тимур тут работает, как всегда. А мы с Жузей кайфуем. Смотрим на небо. Доброе утро! Сегодня в Нью-Йорке плюс 34. Жарко просто невыносимо. В последнее время мы и так, в принципе, прячемся от жары дома. Ну, а сегодня все такие заняты, но у меня есть свободная сестра. И я говорю: Юля, а поехали с тобой на пляж? В итоге, пока все заняты своими делами, мы с Юлей быстренько собрались. Сейчас загружаемся в машину и выезжаем на пляж. Будем спасаться от жары. На пляжу, блядь. Отправляемся на парковку. Да, и тут красоточка уже готовая отправляться. Спасибо, подруга. Спасибо, сестра. Вау. Ну все, на пляж. Эй, просись, ты знаешь, я уже другая. Эй, малыш, я не считаю, что ты мне там присылаешь. Моя жизнь из тебя вся моя крутая. Я совсем забыла, что у меня нет зонтика от солнца, поэтому по дороге мы заехали в маленьком городке, в Таргет. Очень надеюсь, что я найду все, что мне надо здесь, потому что пробки собираются уже нереально огромные. Мечтала с детства встретить принца, стать его принцессой. Все изменилось, стол ты дадим на Мерси. А крутить свой роман, собранный чемодан. Все путевки на Бали, одной фотки в Инстаграм. Прости, грязная брушка, но ты его игрушка. Что ты можешь это шептать ему на ушко? То, что я хочу, нет, я хочу. И, наконец, мы добрались до пляжа. У меня есть одна проблемка, постоянно забываю ключи. Мало того, что машину никогда не закрываю, так еще ключи оставляю. Такая уютная, небольшая. Хотела сказать деревня, но нет, естественно, это не деревня. Маленький городок.
представляете, просто в одну секунду, пока мы плавали, все вокруг превратилось в это. Все люди покинули пляж, даже спасатель уже ушел, потому что, видимо, его рабочие часы подошли к концу, но нам никто ничего не сказал и оставили нас в этом плавать. Так начинается мой следующий день. Что ни день, то какой-то трэш происходит. Нет, не трэш. Постоянно какие-то приключения, не всегда они просто приятные. В общем, с утра я проснулась от звонка знакомой. Она кормит кошек в парках. В общем, у нее тоже душа болит за всех хвостатых. И она нашла котика, которому, ну, вот точно нужна помощь. То есть есть коты, которые живут в этих парках, одичавшие. Они просто радуются еде, которую дают им люди, и на этом все. Ну, то есть они уже привыкли к улице. Но есть один маленький котенок, который постоянно вот просто ее чуть ли не до машины бежал, провожал, просился на руки, в общем. И тут она увидела, что у него там с лапкой проблемы, еще что-то. В общем, решили мы его спасать и пытаться пристроить все-таки в семью. Я должна была утром выехать, поехать за этим котом. Я уже немного опаздывала, поэтому я отправила свою младшую сестру гулять с собаками. Вместо того, чтобы сейчас ехать разбираться с котом, я еду в эмердженси. Меня везет Джузия. На руках у меня Луи. И Луи прокусили шею за ухом. В общем, он подрался с собакой. Я очень переживаю за него, но сохраняю спокойствие максимально. В общем, сейчас я буду разбираться с дыркой на шее Луи, а потом с каким-то стрэндж-котом. Такое доброе утро. Как тут все выглядит устрашающе. Такие спасатели. Трясется. Я плачу. Только что выставили счетик нам на $2500. Такое вот дорогое ушко. В общем, пока Луи делают операцию, мы с Жузи решили пойти взять кофе и яйца на завтрак в Старбаксе, хоть как-то перекусить, потому что буквально мы просто проснулись, и все это случилось. Сейчас поедим яйца, выпьем кофе, перекурим, и через 30 минут закончится операция, я заберу Луи, мы его отвезем домой, и я поеду спасать кота, потому что кот там бьется в клетке, в истерике, тоже меня ждет. Приехали домой. Боец. Сейчас надо, чтобы сыночка с ним была нежной. Ой, а ты меня любишь? Конечно, люблю. Фу, как? Нормально, я потом уже все. Мальчик. Все возможные пробки. И сейчас время уже 7 вечера. Я понимаю, что я заберу котенка, и вряд ли я успею в какую-либо ветеринарную клинику, если только не emergency. А emergency стоит, как правило, в 5, а то и в 10 раз дороже обычной клиники, поэтому мне еще надо подумать. Посмотрю на его состояние, конечно же, в первую очередь. И сейчас едем с Юлей, обсуждаем, как мы будем спать, потому что Луи после операции в этом
воротнике, ему нужен покой, и тем более, ну, есть риск, если это больной кот уличный, вот, переживаю. Думаю о том, как и где я его буду закрывать на ночь, и как и что мы будем спать. Вероятно всего, мы будем спать на полу в гостиной, потому что Лу еще болеет. А эту кошку я оставлю ночевать в своей комнате, просто застелю максимально весь пол пеленками, поставлю еду, воду, в общем. Думаю, все будет нормально. А может быть, мне вовсе повезет, и я планирую сейчас всем, что я делаю, делиться в Инстаграме в надежде, что кто-то очень быстро отзовется и найдется семья этому котенку. Пока мы ехали и собирали все возможные пробки, я вспомнила, что время 7 вечера, а я еще не завтракала. И мы очень голодные, поэтому решили сейчас сделать остановку на заправке, покушать, взять кофе и ехать дальше за нашим котеночком. Вкусно? Мы здесь говорили про тот абсолютно... Жалики садили. Скандал, смотрим ютубчик. Поедешь домой? Привет, пупчик. Мы забрали малыша, он такой красивый. Юля раньше мечтала о морской свининке. Да, здесь их вот так вот продают. А вы здесь еще, что ли? Да. Да. Они в ней... смотри. Внезапно попали в зоопарк, как будто. Угу. Ой, попугай. Ну, птиц никогда не хотела. Да, кстати, я тоже. Очень. А, вон там, знаешь, какие рыбы красивые? Я в том возрасте, когда я начала залипать на рыб. Я сочувствовала всем, кому заводили рыб и только рыб. Теперь я хочу аквариум. О, у нас кошка в машине, Юль. Что мы нашли для нашего котика? Котобис. Вот, решили, что сегодня ему можно, даже нужно. Так, ну мы не можем выбрать миску. Нам тут как-то... Ну, так это самое красивое. Ну, хорошо. Пока выбрали ее для воды. Да. А ты знаешь, что какие-то специальные вообще-то должны быть у кошек миски, чтобы там что-то усов не касалось? О, вот типа такого. Миска для воды. Нельзя просто сильно глубокую, это не для воды же. Кэтбоу. Думаешь, леди? Нельзя сильно глубокую, чтобы она не залазила всей мордой и потом, чтобы что-то не было раздражённое. Вот это вот я регулярно вижу в магазинах животных, и мне от этого максимально грустно. Такие рыбы в стаканах. Надеюсь, что их очень быстро раскупают. А к вечеру, кого не раскупили, отпускают обратно в аквариум. Каждая необыкновенно красивая, как цветки. Такой у нас получился шопинг. Игрушку я обещала Луи после сегодняшнего ужасного дня. Такая кошачья игрушка будет игрушкой для всех. Это котику. Перчатки мыть котика. Ошейник для Сэмми. Тарелочка для котика. Еда и горшок котику. Завтра уже буду обращаться в ветеринарку. Сегодня уже все закрыто. Да, ничего не забыли. Боже, на улице так душно, нас не было минут 20. Я надеюсь, кошечка за это время не запарилась. День, конечно, с утра активный, невероятно. Откроешь багажник? А какой красивый закат тем временем. Знаешь, как сделай? Открой крышу и на крышу посыпь. Там дырочки, да. Нет, он сейчас будет ее нюхать и валяться, и кайфовать там. И забудет. Ой, красавец. Господи, какой же ты красивый. Насыпь сначала заранее в ладошку, а потом туда сыпани этого.
Мы вернулись домой, атмосфера дома. Увы. Если он наш. Двигается туда, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Перчаточки для мытья кошечки. Я обмуровалась. Да. Чтобы она, у нее просто очень большие ногти. Закрывай дверь. Достаешь, и мне вот сюда пойди спиной, не лицом. Спиной. Спиной сюда. Голова вверх. Да. Иди сюда. Быстрее, Лиза, она выпрыгнет. Быстрее. Не церемонься сейчас. Да. Все. Так. Так. Смотри. Как давай. Лиза, у них нету, она барать стала. Не смотри тогда. Не, ну... Давай скорее закончим с этим. Смотри, бежит. Я его не дышу. Она просто лежит. Ой, ой. Это я. Я не убила? Нет. Сейчас мы его помоем. И он будет сушиться в комнате сам. Да. Смотри, подожди, пусть он ходит. Пусть он ходит. Давай все. Вот теплую сделай и шампунь делаем. Да. Тихо. Давай, возьми душ, короче, я его возьму. Это нужно, пожалуйста. А, я живу, серьезно, хватай. Он должен чувствовать твою силу. Он должен понять, что ты сильнее. Все. Давай. Ой, Лиза, давай я его подержу, ты его поможешь. Давай. Держи. Все, нифига придурит. Все, давай. Мама, рот запер, прости меня. Да, вот так. Я боюсь его. Не бойся, мы будем тортить. Массаж, массаж. Прям давай так мочалочку. Данютика. Давай вот тут между шеей, лицо. Все, он же весь грязный. Какая сенсия. У меня все можно. Я уже все силы закончились. Пусечка, какой красивая морда. Какой красивый. Да, ой, какой красивый. На ручках сидит. Давай, постели, пожалуйста, ему пеленочки, если он захочет в туалет. Кисик, зайка, иди кушать. Иди сюда, мой сладкий. Котик, котик, иди кушай, иди, мой сладкий. Ласкаться сразу. Ой. Стал. Только посмотрите на него. Подошел, поблагодарил за еду и продолжил кушать. Его, наверное, да, еще это. Не бойся, сюда никто не зайдет. Ой, какой хороший. Ты такой игривый. Ой. Мы приехали в клинику. Сейчас малышу будем ставить прививки. Немножко я ему дала успокоительной кошачьей мяты. И он у нас любуется небом просто максимально активно, зато стресс минимизирован к нулю. Смотришь, мой сладкий мальчик. Temperature's a little high. Кто такой красивый? Кот. Кот? Да ты, а глаза какие, боже мой. Я сама не понимаю, как, но каким-то образом, учитывая, что я намеренно не делаю никакого шопинга, у меня скопилось вот такое количество пакетов покупок, небольших посылок, которые мне предстоит показать. Сегодня у нас был такой день с Юлечком, девчачьи, мы ездили на шопинг. Никакого шопинга. Покупали уходовые средства. И я не делаю шопинг теперь одежды, потому что у меня есть новая идея полностью менять свой стиль. А может быть, даже работать в будущем со стилистом. Организовать свою любовь к вещам. Что-то из обуви, аксессуаров я успела еще когда-то там заказать до принятого решения, поэтому... Сейчас посмотрим. В общем, начну с винтажа. Я купила себе за 18 баксов вот такое вот платье, пиджак
с юбкой. Вот фасон моден был, мне кажется, лет 5 назад. Ну, что-то вот не знаю. Из-за цвета такого блеклого, старого. Меня это привлекло. Купила. Классический кардиган. Здесь ничего интересного. Да, всяких базовых кофт я разных покупила. Сарафаны. Хочу получить интересно. О, я надеюсь, я смогу вставить фото моего образа, как я это вижу. Купила я максимально древнее платье-халат. С асимметричными пуговицами. На первый взгляд мне показалось, что это какое-то клоунское платье. А потом мне оно так сильно понравилось, вот я вот, видите, ушла с ним домой. Посмотрим, что я с ним смогу придумать. На этом одежда заканчивается. Все довольно скромно. Покажу зад. Мы были как-то на шопинге. Я увидела тапки-кеды от Маржелы. Просто влюбилась в них, но оказалось, что у моего размера нет. И единственный размер в наличии оказался Жузин 35. Но на Золушку под Мидгам. Пожалуйста, посмотри, примерь. В итоге она их купила. Щеголяют у них, модничают, а я тем временем загнула себе Зару. Это просто невероятно удобно, потому что ты как бы вроде в тапочках, но ты не в тапочках. Я не знаю, как это объяснить, те, кто такую обувь тоже, как я, носит. Тут, в общем, очередные бейс. Тапочки, кеды. Еще я заказала что-то наподобие биркинштоков и уже активно ношу, поэтому вытащила из этой коробки. Не успела снять. Теперь смотрите. Сандали. На пробковой подошве. Знаешь, как у мамы когда-то были. Да-да-да. Я помню, я дома носила. Не, они специально распечатали и приклеили такой принт. Это не настоящая пробка, это имитация под старину. На прошлой неделе мы когда ездили с Юлей на пляж, я не смогла найти нигде в магазинах хороший зонт для пляжа, чтобы и выглядел прилично, стоял хорошо и так далее. В итоге я не выдержала и заказала зонт, который мне нравится, на Amazon. Ну, раз уж новый зонт, новый плед. Вот плед пришел. Зонт уже в машине. Покажу, какой он красивый. Тоже такой. Под старину. Еще в Заре была распродажа, поэтому я зашла посмотреть, что они продают здесь для дома. На распродаже, как всегда, были разные свечи. Не удержалась и заказала несколько. Свечка номер один. Я уже не помню, какую свечу заказала. Помощь из зала. Заре была распродажа. Нет, сегодня надо шопиться. Да что вы говорили? Это не сегодня, это вообще доставка старая. Лайза, это Юля. Это ноль одежды. Там только уход. Что за уход на 3 пакета? Можно узнать, там насколько обрабатываешь? Вот уход. Ой, прости. А еще вот такие свечи. О, вот это мне нравится. 3 лампы. На, придумай, куда их поставить. Смотрите, какие мне кеды пришли. А, у тебя же такие же есть. Белые. У меня белые. Да, я понял. Это свежие. Лиза, иди в жопу. Обзор моего любимого Ипси. Теперь это реально не просто находка. Это мой женский киндер-сюрприз, который я жду каждый месяц. Почему это находка? Во-первых, я реально узнаю о крутых продуктах. То есть это не однообразная от разного бренда ерунда, типа просто помады разного цвета или еще что-то. Это крутые продукты, крутые бренды, выгодные цены. Я хочу продавать Ипси. В этой коробочке за $30 я вижу боди-крем. Какой большой. Между прочим, в прошлой коробочке бренда Glow Recipe была пенка для умывания авокадо. Она нереально крутая. Эта пенка $69 стоит. Мы сегодня весь набор этот купили. Вот на кого действует Ипси. Да. Вау. Джинджер. Освежает. Он такой легкий, не масляный, водянистый, быстро впитывается и пахнет водой с имбирем. Очищающая маска.
Да. Пока я все это не знаю. О, ретиноловая overnight сыворотка с неоциамидом. Набла. Блэк. Я думаю, это карандаш для глаз. Вау! Что, красиво? Блин, да. В общем, вот такой кремовый толстый стержень. Это просто нереально крутые смоки можно делать. Это был уже пожалела. Ипси большой, а сейчас будет ипси маленький. В маленьком ипси за $15 приходят продукты уже не по уходу, а декоративные. А, подожди, это тоже декоративно будет. Да, и там классно. А, просто меньше раз... О, боже, точно, меньше объемом. О, новая косметичка. У меня, короче, уже от ипси 5 однообразных чехлов косметичек. И вот теперь новое. Что же здесь? Напоминаю, за $15. От Tarte Fake Awake. И это крохотный to-go маленький консилер. Прыщик. Ты-тын. И никто не видит. Блин, вообще клево. Он такой точечный, такой маленький. Ночной крем для... Это мне. Он тут написано anti-aging. Крем для кожи вокруг глаз. Потратишь? Да. Маленький. О, боди скраб с гликолевой кислотой. Ликвид фондюшен. Фондюшен? Фондюшен? Богатально. Фондейшн. Фондейшн. Фондюшен. Фондюшен. Так, это была косметика. Теперь очень быстрый обзор трех пакетов косметики, которые я... Я в душ, пожалуй. И не уходите. Ну, вряд ли хочется. Супер, мега быстрый обзор косметики. Что мы купили в Sephora? Я в этот раз покупала либо свои самые любимые продукты для себя, те, которые закончились, либо то, что я порекомендовала бы Юле. То есть она приехала абсолютно без уходовых средств, и мы решили ей собрать такую вот базовую косметичку по моим рекомендациям. И что же мы взяли для меня? Morgan Oil. Крем. Шампунь и все остальное для волос. Для меня. Крем для рук Rich Beach. Внимание, я купила его только из-за названия Rich Beach, все. Моя любимейшая тушь, лучшая, которой я когда-либо пользовалась, Laura Merkel. Urban Decay подводка для глаз. Лосьон для тела, удобный брать с собой в поездке. Фиксатор макияжа от Charlotte Tilbury. Самый лучший продукт. Дезодорант, который пахнет как... Унисекс духи. Пахнет офигенно. Я, кстати, в последнее время стала пользоваться в основном мужскими дезодорантами, поэтому унисекс еще лучше будет. Впервые в жизни начала пользоваться активно блесками для губ. Мы накупили разных блесков от Dior, которые увеличивают губы. Эффекта, конечно же, просто нет, но это прикольненько. Высыпание прыщей. Я очень-очень-очень сильно советую эти салфетки. Даже в день X, вот когда мне надо выглядеть хорошо, а мне какая-то херня на лице высыпала, оно так спасает, так сглаживает. Причем вот это вот правда, типа гладкая, хорошая кожа за 2 минуты. Здесь в наборе идут две салфетки, одна кислотная, другая успокаивающая. Кислотная, все шелушения, покраснения, раздражения вы... подсушиваете, успокаиваете кожу, а затем снимает покраснение, увлажняет и питает кожу. Вторая салфетка, и я не знаю, ну, работает потрясающе. Люблю, не могу, рекомендую. Люблю неоциамид очень сильно, потому что спас меня от всех моих прыщей именно он. Никакие больше кислоты, только неоциамид. Неоциамид. И здесь я увидела вот такой вот от того же бренда Glow Recipe сыворотку. Основу под макияж. Во-первых, с неоциамидом. А во-вторых, вы посмотрите на ее цвет. То есть она вот такая вот коричневая, сияющая. Все. Намазюкали, дали высохнуть, нанесли макияж и потом наслаждаемся своей сияющей загорелой кожей. Здесь очень много вещей, которые я даже не собираюсь показывать. Типа, некоторые позиции я просто брала по 2, по 3. И очень много кисточек, спонжей и так далее. Поэтому вырвала отсюда пару фаворитов.
сухой шампунь от лучшего бренда для волос Ki18. Взяла попробовать, обожаю всякие очищающие штуки для кожи головы. Cleansing oil для скальпа. Наносим перед душем, очищаем, смываем. Так как мои прыщи очень быстро устраняются только с помощью пластырей этого бренда, я решила попробовать еще такой мист у них. То есть проснулся с прыщами, покраснениями, высыпаниями. Ну, как тут написано. Попшикался. Пахнет, кстати, вкусно. В общем, в составе кислоты, цинк, успокаивает и снимает покраснения. Посмотрим. Но мне этот бренд из Out очень нравится, поэтому я им верю. Матча тоник от ваших прыщей. А еще мы купили по приколу вот такие вот патчи для губ с перцем, чтобы они покраснели, увеличились в размерах. Хочу попробовать. Я взяла 4 пары, чтобы делать это вместе с ребятами. Все вместе. Этот же Glow Recipe мы взяли тоник с кислотами. Патчи от Селены Гомес. Ну, уж не знаю. Просто невероятное количество моих самых любимых масок от доктора Джарда. Даже если мне ничего не надо, я просто захожу в Сефору, я всегда беру эти маски. Потому что, ну вот, вот они всегда нужны. Я клянусь, я делаю каждый день. Или через день. Набор, пептидный набор Ordinary. Про пептиды. От моих ресниц какое-то время вообще ничего не осталось. И я активно рисовала стрелки, в том числе, потому что, ну, блин, мой глаз был голый. И вот, благодаря пептидам от доктора Джарда я обратно отрастила ресницы. Потому что мазала я глаза свои только вот этой сывороткой. Она, когда только появилась, в ТикТоке был бум. Все хвалили, рассказывали, заказывали, и она везде была sold out. Но теперь ее легко найти, легко купить, и я все еще активно пользуюсь. Взяла себе этот набор. Здесь у нас сыворотка для бровей и ресниц, сыворотка для кожи вокруг глаз и просто пептидная сыворотка для кожи лица. А в подарок нам дали вот такую косметичку. Опять же, акция, видимо, этого же бренда Glow Recipe. И за то, что мы много всего у них накупили, они нам дали косметичку и travel size всяких тоников, кремов, сывороток. И еще мы были в Victoria's Secret, и я в первый раз в жизни купила себе блеск из Victoria's Secret. Я так его хотела, но то не было денег, то я не пользовалась блесками, то еще что-то. Теперь вот как-то и блесками пользуюсь, и как бы и деньги были на него. Хороший день, я считаю. Пока все это рассказываю. Внимательно сидит, смотрит и слушает. Да, ты всегда рядом. И всего лишь один пакет из Ulta Beauty, где я взяла нам сыворотки с витамином С от доктора Джард. Несмотря на то, что я еду сейчас на загар, мне надо будет перед этим еще пройтись по телу тен-ремувером, а смыть старые остатки. Лучшие стикеры от прыщей. Еще одна пенка для умывания. Ее я поставлю в душ. А вот эту я поставлю на раковину. Еще один дезодорант теперь уже для Юли. Короче, такая красота. А это моя любимая очищающая маска. Она глиняная, но за счет мелких грубых частиц кажется, что это и маска, и скраб в одном тюбике. В общем, вот. Ой, как-то так, ребят. Трэш. Ну, самое главное, собаку подстригли. Очень они устали, конечно. Зато подарили красивые лоточки. В общем, да. Что-то как-то свои передвижения я активно не снимаю. Снимаю либо то, что мне кажется супер ярким моментом почему-то, либо как-то что-то подвожу итоги, подрасслабилась. Вот. Все нормальные люди в 3 утра спят. Мы с Жузей в 3 утра припёлись в бейкере. Эклер, мороженое, ну так и зовёт. Как
какое место может быть открыто в 3 утра? Тот, кто это сделал, ой-ой-ой. Репортаж ведет девушка. Заходим в рай. Музыка просто не держит. Музыка. Насколько можно драматично? Максимально. Представляете, решили мы после этой дозы сахара не спать. Ты представляешь, мы с тобой тогда ездили в бар десертов ночью, и тоже из-за этого всю ночь не могли спать. И вот сейчас точно, точно объелись десертов, и вот встречаем рассвет с таким чудесным видом. Ничего себе, люди бегают. Мы в 5 утра вот эти вот десерты уминали, а теперь вот в Старбаксе уже кофе себе взяли. И теперь будем любоваться рассветом. Музыка мешается. Там, когда какой-нибудь злой работник выбежит и отругает. Через 3-2. Видно? Не, все отлично. Ой, да, слушай, молодец, ты расчистила горизонт. Теперь вообще красота. Что мы придумали? Мы сейчас едем в аптеку купить средства для снятия макияжа, затем SPF крема и поедем на поляну. Вот. И будем, короче, дремать на пляжу, так сказать, на поляне, на пикнике. Доброе утро. Никто. Абсолютно никто. Я. Сегодня настроение быть бомжами в Нью-Йорке. Оделись потеплее и пришли полежать, подремать в парке. Блин, даже с колясками бегают. Вот это да. Она бьет собаку. О, сука такая. Мамочки, она ее сильно била хлопком. Она хомлес или кто? Да. Эй, what are you doing? Yes, what are you doing with your dog? If you're gonna hear you one more time, I'm gonna call 911. Пошли заберем. Давай ей предложим деньги. Сколько у меня есть? Я видела. Это пиздец. Сейчас я расстегнусь и пойду. Excuse me, can I buy your dog? Can you buy my dog? For how much? This is my dog since he's a child. This is my child. I had 10 miscarriages. This is my child right here. 300. She's been treated really well. Every 300 around here. I'm not selling my dog. 350. No. 500. No. You pay me $1 million. You pay me $1 billion. You're not getting my child. Пока она не видит деньги, она не отдаст собаку. Давай я сгоняю, сниму нет, деньги. Подожди, давай позвоним в полицию, скажем мою ситуацию, и пусть они нас направят сюда. Вы все слышали наш диалог? Она не хочет продавать собаку, кричит
но она била собаку кулаком в морду. Она срывает злость на собаке, и для собаки это видно. Для собаки это очевидно. Сучка. We are in the park in Hoboken, and we just saw the woman. She's homeless. She was beating very ugly her dog. Yes, we see the dog. Oh, there is the police. Обращаемся в полицию. Главное, чтобы она не убежала. Она собирается уходить. Собака, из-за которой вся суета. Dog doesn't look like it's beat. There's not really anything I can do. I can't just pull the dog away from its owner. That has to be a clear sign of abuse. You have a video. I viewed your video. It doesn't show her doing anything. I just hear her doing. Даже браслет на ноге, что он из тюрьмы только вышел. Приходите, когда убьют. Когда, даже вот когда у меня была ситуация с моей челой, где мне присылали фотки моей комнаты, как фоткали с окна. Мне даже тогда сказала полиция, ну, как бы, он же все еще снаружи, мы ничего не можем сделать. Так и так. Ни хрена ж себе, прикиньте, мы уже тут собрались уходить с пикника, как тут полиция пришла и выгоняет ребят из парка. И, кстати, сейчас лезут к нашему, думаю, челу в красных шортах, который с браслетом, это несправедливо, потому что надо лезть не к нему, а вообще так не... Ни хрена себе! Ох, нихуя я засняла, чё? Слушай, нам, наверное, тоже надо валить, потому что эта потасовка как бы немножечко из-за нас. Я согласна. Вот, мы сделали доброе дело, только не того взяли. Да, вообще, конечно. Ну нет, его на самом деле, я думаю, слово за слово, его хотели пойти на документы проверить, еще что-нибудь. А он, допустим, пропустил какую-нибудь дату и не отметился. Ему сейчас это нахрен не надо, он решил убежать. Короче, да, вот такое вот интересное утречко, бодрое у нас. Удивительно, просто да, удачно поели пирожных.